Приветствую всех зрителей, а особенно подписчиков GTA 5 Super. Сегодня поговорим об обновлении для Red Dead Online, которое вышло 28 июля. И первый пункт в нашем разговоре – это выслеживание легендарных животных и опробование нового оружия, и не только. В Red Dead Online появился новый промысел. Попробуйте себя в роли натуралиста. Вам предстоит выслеживать, ловить и изучать легендарных животных. И эти изыскания позволят вам освоить новые навыки, либо обзавестись ценными материалами. Выдающаяся защитница природы Гарет Дэвенпорт ищет неравнодушных к ее делу людей. Чтобы помочь ей пополнить свои без того обширные знания о фауне пяти штатов, вы должны будете отыскать этих прекрасных созданий в дикой местности, а затем аккуратно усыпить их и взять образцы. Сделайте это, и вас ждет достойная награда. Интересы Гаса Макмиллана, бывшего охотника на крупного зверя, идут вразрез с благородной миссией Гарет. Он готов щедро вознаградить вас за демонстрацию вашего охотничьего мастерства. Гас может изготовить изысканную одежду и аксессуары из тех материалов, которыми вы его снабдите. Но если вы решите, что получится играть на две стороны, учтите. Если подадитесь в браконьеры, Гарет непременно об этом узнает. Помогайте Гарет, добывая образцы из зверей, но не убивая их, и получайте за это уникальные награды. Сохранить жизнь добычи вам поможет новый тип боеприпасов – снотворные патроны для винтовки Вармунд. А чтобы не оставлять животное на растерзание хищникам, приведите его в чувство с помощью особого снадобья – оживителя. Если же доставить части и шкуры животных бывшему охотнику Гасу Макмиллану, он изготовит для вас высококачественные наряды и предметы с особыми свойствами. Таким образом, вы можете получить пальто и другую одежду из легендарных животных, а также амулеты, обладающие теми или иными полезными эффектами. Посетите гостевой центр в Строубери и поговорите с Гарет и Гасом. Документировать свои находки вы сможете в специальном справочнике по животным, где собрана информация обо всех многочисленных обитателях Фронтира. Когда вы выслеживаете животное, фотографируете его или берете образец, сведения о нем вносятся в справочник, а вы зарабатываете опыт и продвигаетесь дальше в роли натуралиста. Заполняя справочник по животным и совершенствуясь в роли натуралиста, вы будете получать доступ к новым предметам, навыкам и игровым возможностям. Вас будет ждать новая порода лошадей, эксклюзивные костюмы и аксессуары, а также новые тоники и рецепты, в том числе тоники снижения и набора веса, оживители животных и особые тоники, которые позволяют игнорировать погодные условия или маскируют ваш запах, чтобы было проще подбираться к цели. Кроме того, вы научитесь добивать смертельно раненых животных и устанавливать походный лагерь вдобавок к другим умениям, а также получите возможность поработать на мисс Дэвенпорт. На этой работе вам предстоит атаковать лагеря браконьеров и освобождать пленных зверей. Следующим пунктом поговорим о самих легендарных животных. В роли натуралиста вы будете сталкиваться с разными легендарными животными. Этих примечательных созданий можно повстречать как в свободном режиме, так и в ходе заданий по выслеживанию, которые выдает Гарет. Ориентируясь по карте легендарных животных и справочнику, вы сможете отыскать ту или иную редкую особь, а затем вам нужно будет сделать выбор, изъять ли образец для Гарет, или же убить зверя и отнести шкуру Гасу, чтобы тот изготовил из нее вычурный наряд. Сейчас на просторах Фронтира можно повстречать легендарных пум, лис, кабанов, бобров, волков, бизонов, вапити. А в ближайшие недели этот список дополнит еще несколько видов животных. Нельзя не упомянуть об улучшенном фотоаппарате, оружии и событии свободного режима. В игровом каталоге появился улучшенный фотоаппарат, который предназначен для тех, кто занимается изучением животных,
а также просто для ценителей красивых пейзажей. Этот аппарат удобнее в переноске и может похвастаться рядом усовершенствований, в том числе несколькими фильтрами. Также стало доступно новое оружие, в том числе улучшенный лук, который можно модифицировать по своему вкусу, и ружье на слона, предназначенное для поражения особо крупных целей. Также обновление «Натуралист» добавляет в игру два новых события свободного режима, посвященных, конечно же, животным. Защита легендарного животного. Действуя сообща с другими игроками, вы должны будете защищать мигрирующее легендарное животное от посягательств браконьеров. Но при этом к самому зверю нельзя приближаться, иначе он воспримет вас как потенциальную угрозу. Маркировка диких животных. Вместе с другими игроками вам предстоит усыплять и маркировать особи определенных видов, чтобы добыть образцы и выяснить местоположение легендарного животного. При этом нужно остерегаться браконьеров. Наконец-то перейдем к бандитскому абонементу. Бандитский абонемент возвращается. Вас ждет большое число новых особых наград. Как и прежде, членство в клубе оформляется бесплатно и автоматически, а по мере повышения своего уровня клуба вы будете получать доступ к разного рода бонусам. А с третьим бандитским абонементом вас ждет еще больше приятных подарков. Вы сможете получить до 40 золотых слитков, а также щедрую подборку предложений и наград. В их числе уникальные костюмы, оружейные модификации, улучшение лагеря и многое другое. Абонемент насчитывает 80 уровней и действует до 19 октября включительно. Подробнее об этом можно прочитать на сайте. В числе прочих нововведений в свободном режиме вам повстречаются новые персонажи, в том числе другие охотники. Кто-то из них обратится к вам с просьбой о помощи, а другим помогать будет уже поздно. Также вы можете наткнуться на разбившиеся повозки, в которых можно обнаружить ценные вещи. Или, в некоторых случаях, пьяного кучера, которому нужна помощь. Помимо всего вышесказанного, в игру вместе с промыслом натуралиста добавлены новые ежедневные испытания, как ролевые, так и обычные, награды, предметы одежды, прически, аксессуары для волос, жесты, возможность помещать приготовленные блюда в селектор предметов и многое другое. Кроме того, ящик для оружия теперь доступен и в сюжетном режиме, так что Артур сможет убрать из селектора оружия ненужные модели. Это обновление также вносит в Red Dead Online более 250 исправлений и улучшений, в том числе исправлены ошибки, связанные с генерацией лагерей и животных. Усовершенствован алгоритм подбора игроков и сортировка команд в лобби противоборств и не только. Подробнее об этом можно прочитать в примечаниях к обновлению. Также рассмотрим бонусы, предложения и награды. Удвоенные награды и выплаты. До 3 августа включительно все начинающие натуралисты будут получать вдвое больше за образцы легендарных животных 3 уровня и продажу цельных туш. Кроме того, на протяжении следующих 4 недель вы будете получать дополнительные бонусы за выполнение определенных действий в этой роли. Начните карьеру натуралиста, и вы бесплатно получите тематический предмет, костюм или жест. Добудьте образец любого животного, и вы получите флаг «Едозуб» для лагеря. Выполните задание по выслеживанию легендарного животного, и вы получите уникальную расцветку для двойного патронташа «Фархом». Или разбейте походный лагерь, и вы получите карту сокровищ. Дополнительные предложения и награды. Предложение. Скидка 30% на предмет для натуралиста, новичка или любителя. Награда. 2000 очков опыта натуралиста. Награда. Комплект снотворных патронов для винтовки Вармент. Награда. Бутылка с легендарным звериным феромоном. Предложение. Скидка 30% на револьвер. Награда. Бесплатная карта способностей. Почаще заглядывайте на страницу событий Social Club,
чтобы не пропустить информацию об актуальных бонусах. А доступные вам предложения и награды можно просмотреть в меню «Бонусы» или в соответствующем разделе сетевого каталога. Если говорить о PlayStation 4, то пользователи, играющие в Red Dead Online на PlayStation 4, получат особые подарки, а также ранний доступ к ряду новых материалов. Из подарков это 10 снотворных патронов, 5 оживителей животных и 5 маскирующих тоников. Если говорить про ранний доступ, то это доступ к легендарным толсторогам, к 3 коллекциям окаменелости, к пончо и 5 маскирующим тоникам. Twitch Prime. Игроки, связавшие свою учетную запись Rockstar Games Social Club и Twitch Prime и активирующие бонус на сайте Twitch Prime, получат возможность бесплатно приобрести пальто из легендарного Вапити Кататы, 3 награды для натуралистов и ряд стандартных бонусов, в которые входят бутылки с легендарными звериными феромонами, очки опыта, скидки и особые лекарства, тоники и настойки. Если у вас есть учетная запись Social Club и подписка на Twitch Prime, и вы еще не активировали свой бонус, сделать это можно на странице Twitch Prime. И это далеко не все. В ближайшие недели в игре появятся новые легендарные животные, игровые возможности, новые товары в магазине Гасса и каталоге, окаменелости, которые коллекционеры смогут сдать мадам Мазар, и многое другое. Подписывайтесь и будьте в курсе всех актуальных событий. На этом я с вами прощаюсь. Встретимся в онлайне.